чтобы отметить клубу славный юбилей. Пусть царят весь вечер радость и веселье, а улыбки женщин станут краше и милей. Если женская улыбка вдруг коснется ваших глаз, то хорошее настроение не покинет больше нас. Клубу 40 лет мы сегодня отмечаем. Эти годы были для нас так дороги. Здесь мы все познали и постарше стали. Возродившись снова, будем молоды. Добрый день. Сегодня у нас большое праздничное мероприятие. Городскому клубу «Ветеран» исполняется 40 лет. Это особый день в жизни ветеранской организации городской. Это особый день и в жизни членов клуба «Ветеран». Клуб «Ветеран» у нас был создан в начале 80-х годов по инициативе председателя городской ветеранской организации Ганичева. Большой вклад в создание этого клуба и поддержки его работы внес Морозов Трофим Афанасьевич. Он председатель был Совета ветеранов Рославской 326-й дивизии. И он параллельно совмещал эту работу. Дальше клуб развивался, укреплялся, разнообразие тематики этого клуба было. Но в основном тематика была посвящена знаменательным датам нашей страны. Это освобождение блокады Ленинграда, это Сталинградская битва, ну и другие стратегические операции во время Великой Отечественной войны. А сегодня здесь собрались по этому случаю, что 40-летие этого клуба, и ветераны собрались. Кто стоял у истоков этого клуба? Председатель Совета ветеранов Тумпаров, Искандяров Ренат Хайдарович, Понятаев Виктор Васильевич, ну и от них эстафету принял я. Чем занимаются активисты члена клуба «Ветеран» в Саранске? Активисты члена клуба «Ветеран», они занимаются и рукоделием, и плетением, в данный момент, плетением маскировочных сетей для бойцов СВО. Занимаются сбором теплых вещей, шарфов, варежек, носков, сами вяжут и отправляют этот груз с машины, которая приходит с войсковой части. У нас с войсковой части сложились очень теплые отношения. От них мы получаем заказы, мы формируем груз и отправляем. И, конечно, у нас есть еще волонтерская организация, неравнодушная, во главе с Леонтьевым Александром Викторовичем и его супругой Натальей Германовной Леонтьевой. Они вот вчера только отправили груз. Не последний и не первый. То, что они просят целлофановую пленку, утеплители, минеральную вату. Они просят гвозди, молотки, кабель, ну, для того, чтобы блиндажи оформить. То есть ветераны Саранска находятся на самом острие вот этой помощи нашим бойцам, которые занимаются, конечно, важнейшим делом специальной военной операции. Конечно, это все через сердце, через душу проходит, потому что они сами испытали на себе это. Сегодня клубу «Ветеран» города Саранска 40 лет. Какое настроение у руководителя этого клуба? Отличное. Ну а поподробнее? Дело в том, что, значит, зал у нас обычно, значит, 50-70 человек, значит, заполнен полностью. Все ветераны, значит, приглашенных очень много. Поэтому радостное настроение. И мы, мне кажется, у нас вместе с клубом, мы, наоборот, все помолодели, я говорю, лет на 40. Сколько человек в клубе? Ну, в клубе, я говорю, вот от 50 до 70 человек, значит, приходит к нам. Поэтому, значит, это самое. Чем они занимаются? Какие направления? Ну, направления у нас разные. Значит, у нас и здесь и вечера отдыха, и диспуты, и выступления ответственных руководителей города, республики, ветеранов. Значит, мы чествовали здесь семьи русские, макшанские, эрзянские, грузинские, таджикские. Поэтому, значит, у нас вот такая... Клуб живет дружной жизнью. Да, дружно. Все очень дружно, все внимательно. Все очень часто выступающих очень много. Все желающих очень в наш клуб попасть. Вот кто-то посмотрит нас в интернете и скажет: «Эх, я тоже хочу попасть в этот клуб». Где вас найти? Куда прийти? Ну, это клуб, дом, дворец культуры городского округа Саранска, или бывший клуб «Строитель». Если стало скучно, одиноко, обращайтесь в клуб «Ветеран».
грустные. Вначале грустные, а потом молодые. Мне очень приятно сегодня находиться на столь знаковом мероприятии, как юбилейная встреча клуба ветеранов. Я с волнением вижу здесь, на нашей встрече, много своих друзей, много своих учителей, много тех людей, которые учили нас работать и подсказывали в трудную жизненную минуту, как быть успешным не только менеджером, но быть и настоящим человеком. Сегодняшняя встреча – это знаменательная встреча друзей, тех, которые готовы поделиться своими эмоциями, впечатлениями и пообщаться в удовольствии в неформальной обстановке. Пусть сегодняшний вечер будет для каждого из нас хорошей страницей нашей истории, и мы о нем будем вспоминать еще долго, и она не будет только юбилейной, а позволит нам встречаться регулярно, мирно и в такой теплой обстановке. Спасибо. Вместе с метой все, а я иду шагами неосторожными, иду на перекор своей судьбе. Кто-то прячется за стеною каменной, кто-то устал якорем на дно. Кричу, гори все синим пламенем, и напеваю только лишь одно. Пусть снова мне приходит груз, сердце печаль стучится в пусть, я все не годом улыбнусь, и напеваю снова она. Я смотрю вот на вас сейчас, да, и мне кажется, вы все помолодели на 40 лет, ровно. Изгиб гитары желтой ты обнимаешь нежно, струна осколком эха пронзит тугую высь, качнется купол неба большой и звезда снежной. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Мой
может, помнишь тот сказочный сон? Позабыт он и того или нет? Плыл на поле малиновый звон, занимался малиновый свет. Можно вместе? Ягода малина, нас не смог прийти, и мне говорит, иди на это заседание. Для меня все впервые. Ну, что делать? Пришлось мне идти. Я пришел на заседание клуба. Народу здесь было, конечно, столы стояли здесь вот до конца. Но что меня поразило? Вы знаете, женщины все были нарядные. Но я не скажу, что в бальных платьях, но были все очень красивые в платьях и в туфлях. Значит, сапоги стояли там внизу, в туфлях. Мужчины были, их было намного больше, чем сейчас. Ну, наверное, половина. Все красавцы, такие с сединой, в пиджаках и с галстуками. Ну, в общем-то, я был так очень удивлен. До этого мне с пенсионерами не приходилось сталкиваться вот так вот, в таком количестве. Ну, а потом, значит, когда после такой вот... обязательной части начались там, художественная самодеятельность. Ну, городской дворец культуры всегда оставался своей самодеятельностью. У них отличные танцоры, отличные певцы. А уж какие скрипачи у них, если нам удастся послушать, будет просто замечательно. Ну, а под занавес мы все пели песни. Ну, вы знаете, вот заводилами были Раиса Сергеевна Вякина, она была секретарем Ленинского совета. Ну, самое большее, значит, присутствующих было со стороны Октябрьского совета. Там был Пронин покойный, Анатолий Гаврилович, Стешина Александр. Ну, а уж Валентин Иванович Шульцин с Пролетарского, он всегда приходил со своими артистами. 10 красавцев-мужчин выступали практически на каждом заседании. Было песни, ну а заканчивалось все нашими совместными песнями. Мы пели под баян, был виртуоз-баянист, вот я не знаю, фамилия его такой был, хороший парень. Это, видимо, отсюда было что-то. И мы пели все вместе песни. И правильно говорит Виктор Васильевич, никогда мы не укладывались ни в 1.5 часа, ни в 2 часа, как правило, 3-3.5 часа. А вот в отношении народу даже вот жаловались, значит, дворец культуры, что народу очень много. Нам приходилось даже квоты вводить, чтобы как-то ограничить число посещающих. Вот Виктор Васильевич говорит, 12 клубов у нас было до пандемии. Практически сейчас, я не знаю, работают они, не работают, но клуб «Ветеран», он сохранился. Мы его и в пандемии сохранили. Пытались несколько раз мы организовать, но не получалось. Вот сейчас после пандемии это, наверное, 3-е или 4-е заседание, и с каждым разом все-таки оно лучше это заседание, уже как-то больше заинтересованных лиц. И я хочу поздравить с праздником, с таким вот 40 лет,
И дай Бог, чтобы и дальше он потом был. Жизнь подруга упрямая, но держать спину прямо я буду, чтоб не случилось я. От зари до зари, а я ясный дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаюсь к судьбе. А я ясный дни оставляю себе, а я хмурые дни возвращаюсь к судьбе. Поздравить всех присутствующих с этим замечательным юбилеем этого замечательного сообщества, называющего «Клуб ветеран», и пожелать этому клубу еще много-много лет процветания, существования, и чтобы он продолжал дарить радость общению всем нам, кто называется ветеранами. Я без сердечка. Я благодарю Бога и судьбу, что так сложилось в моей жизни, что после того, когда закончилась моя работа на моем родном механическом заводе, а я проработала там всю свою жизнь, и всю жизнь работала с людьми. Когда я ушла, думала, ну чтоб я еще когда-нибудь начала работу, связанную с людьми, никогда. Прошло несколько лет, ну год-два, чувствую, чего-то мне не хватает. Я начинаю сходить с ума. Слава Богу, Валентине Алексеевне Кулыгиной. Получилось так, что она дала мне путевку вот в эту жизнь, а эта жизнь подарила мне общение вот с вами, со всеми замечательными людьми, которые присутствуют на заседании этого клуба, и те, которые сейчас у нас находятся во всех районах нашей республики. Все мы ветераны, в общем-то, пережили определенный период, когда мы потеряли ощущение нашей востребованности, когда закончили свою активную трудовую деятельность. И, наверное, каждый здесь присутствующий помнит это ощущение какой-то потерянности. Я думаю, что вы со мной согласны. И великое счастье, когда существует такая организация, как организация ветеранов, республики, города, района, неважно. Важно, что эта организация наша, ветеранская. Мы уже находимся в том возрасте, когда надувать щеки, изображать из себя больших начальников, просто нет смысла и глупо. Наша с вами главная задача – продолжать жить, наслаждаться жизнью, получать удовольствие от жизни, а самое главное – получать удовольствие от общения друг с другом и дарить радость друг другу. Чем еще хорош сегодняшний, наше заседание юбилейное, не только заседание, вообще, чем еще хорош клуб? Я вот говорю, что нам, женщинам, он дает возможность почувствовать себя женщинами. Согласитесь, милые мои дамы, не всегда нам приходится себя приводить в порядок, думать, что нам одеть, как нам сделать прическу. А вот зашла я сегодня в этот зал, вижу, сидят красивые женщины. Поэтому я хочу всем женщинам присутствующим пожелать, чтобы вот это ощущение, что мы женщины, мы пронесли еще долго-долго-долго, а вот этот вот клуб и небольшое количество наших кавалеров давали нам стимул быть красивыми в этой жизни. Я еще раз всех поздравляю с этим праздником. Я передаю большой привет от имени Ивана Семеновича Цыганка, от всего Совета ветеранов Республики. Поверьте, там тоже очень много-много-много нас, ветеранов. Всем бы хотелось вот так вот общаться, но, к сожалению, не у всех имеется такая возможность. А мы с вами счастливые люди, мы имеем возможность сегодня встретиться, попеть, потанцевать, попить чаю, ну и насладиться друг другом. Ну, вы, наверное, знаете, у меня есть фишка, я не первый раз на этом заседании. Мне обязательно надо что-то промурлыкать. Я сейчас попробую, если получится, потому что все-таки я танцевала, а, простите, воздух же дает о себе знать, слегка запыхались. Итак, дорогие мои, когда простым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, необычайным цветным узором земля и небо вспыхивают. Только с той причиной, а не для меня тебе. И
все вы здесь сегодня, пообщавшись друг с другом, большие впечатления с собой унесете домой после нашей встречи. И вот постоянно сегодня звучало слово «общение, общение, общение». Это общение происходит потому, что вы все, дорогие друзья, именно активные ветераны, именно активные. Многие, и большинство, вернее, инициативные. Многое вы прошли в своей жизни, многое отдали своей работе. Много у вас за плечами, что интересно, чего интересно. И я надеюсь, вот это вот будет вам подспорьем, вот это общение в клубе ветеранов. И для дальнейших встреч, и на будущее. Наши встречи, мне кажется, всегда что-то будет извлекать для себя интересное. Что-то будем узнавать новое друг от друга. И я призываю вас, не стесняйтесь. Активисты клуба «Ветеран». Сегодня знаменательный день. Мы отмечаем юбилейную дату этого известного клуба во всем городе и за его пределами. Само название «Клуб «Ветеран» несет многое. Это жизненные истории, военные и трудовые подвиги нашего старшего поколения. С клубом «Ветеран» я познакомилась в 1993 году. Тогда еще руководила этим клубом Бардина Раиса Павловна, очень известный человек, бывший работник обкома партии, обкома комсомола. Тогда этот клуб был в центре культуры города Саранска, работал. Она собирала 600 человек, и заседание проходило в Большом зале Центра культуры. Затем был руководителем и возглавил этот клуб Трофим Афанасьевич Морозов. Замечательные люди, активисты. Он направил немножко в другое русло, и основной тематикой это были знаменательные даты, как Курская дуга, как Сталинградская битва, блокада Ленинграда и другие. И этим самым этот клуб до сих пор ведет свою большую активную работу. И я от души желаю этому клубу и всем участникам крепкого здоровья, удачи, процветания. Ведь этот клуб – это место встречи, место единения и минуты радости общения с искусством. Вот вы знаете, сегодня вот сердце переполнено каким-то теплом, каким-то, вот знаете, чувством таким дорогим, близким, как будто действительно мы помолодели, сегодня мы молодые. И все эти годы с плеч долой. Я счастливая. И я сегодня тоже именинница. Потому что я, как последний из магикан, первой начала заседание клуба. И еще продолжаю, и думаю еще, будет много лет, что я буду посещать свой родной, близкий, дорогой клуб. И всегда будем знать, что у нас есть отдушина, такая теплая, такая большая. Клуб «Ветеран». Сегодня
горячо вас поздравляю всех. Дорогие мои, цените эти минуты, когда мы вместе. Вот для меня они настолько дороги, что я живу после этого заседания впечатлениями, эмоциями, добротой какой-то, ощущением жизни. Жизнь продолжается, и это продолжение дает нам клуб. Мне хочется сегодня сказать огромное спасибо Татьяне Ивановне. Спасибо директору клуба. Потому что мы сегодня в раю. Посмотрите, прекрасный зал, теплота, душевность, накрытые столы для чаепития, чего раньше не было. Мы скитались по углам. Вы знаете, заседания проходили в дом политпросвещения, где-то в рекреации, то в школе, где только мы не мыкались. И поэтому сегодня у нас действительно праздник. Это такое торжество. Спасибо всем, кто дает нам это ощущение счастья. Я благодарна всем и говорю, дай Бог еще подольше пожить и посозидать в нашем дорогом клубе. С праздником, дорогие! Приятно видеть в этом зале всех ветеранов Ивлеевского и Октябрьского пролетарского совета ветеранов городского округа Саранска. Самое интересное, что все жизнедеятельные, активные, позитивные. И не скажешь, что на самом деле, что здесь сидит возраст такой ветеранов от 70 и выше. Здесь молодые, от 50 лет. Самые энергичные наши дорогие, любимые женщины. Во-вторых, я что хочу сказать. На самом деле, очень приятно сегодня, что мы в прекрасном зале собрались, в этом, в уютном, теплом, солнечном, грубо говоря, которого сейчас нет, но тем более света в зале. Такая прекрасная программа. Спасибо большое за организацию. Очень приятно, Татьяна, на самом деле, что такие мероприятия проводить нужно почаще и побольше вместе с советом ветеранов городского округа, ну и последний с районным советом ветеранов. Уважаемые друзья, я поздравляю всех с юбилеем, желаю всем искренне, крепко-крепко здоровья, счастья, любви, благополучия. Вот такого же задора молодого, энергичного, позитива и многих лет жизни вам самому. Берегите себя, цените, радуйтесь каждому. Порой плыву по воле, дышу прохладой речи.